Чё это? Продолжение игры. Драк онлайн. Просто решил, что были видео более короткие. Что, продолжаем топить на бэху, наверное? Или закрыт... Ну, который там здесь 3 косаря. А бэха за 40 рублей. Не знаю, чем, как вам объяснить. Либо марку той машины. Если вы не понимаете, о какой машине я говорю. То значит, вы не смотрели мои предыдущие части по этой игре. Они у меня были. Вот эта машина. Я на втором месте. Лучшее время. По-моему, вот сейчас будет что-то жесткое, да? Ну, теперь гонок. Ага. Значит, это обязательный оппонент. Да. Не понимаю логики. Вот он быстрее меня сама. Хотя нет. Нитро все решает. Хари, это чё? Или Харибро? Бись. В чем прикол такой был игры? 22%. Чё так мало получил? Один. Что все меньше и меньше не ловить. Посмотрите, это мало. Нет, почему чем серьезнее потянется, чем больше, тем больше нужно денег. Иди логика. У меня есть ли эта игра? Скоро по ней буду снимать. И последняя гонка для следующей машины. Да, я решил долго не копить. Что-то реклама стала часто появляться. На 28 купим.
Машину. А вот сейчас я профукал гонку. Ну что, бывает. Меня бесит реклама уже в этой игре. Раньше через несколько гонок, сейчас через гонку. Не, ну немножко осталось на следующую машину. Гонка за нами. За 33 уже недалеко тачка. Осталось всего лишь каких-то 4 или 5 косарей. Мы сейчас обязаны получить 2 косаря. Ну, косаря точно я знаю, что не будет. Ну, осталось-то всего лишь 3. Сейчас нам точно надо поехать. Не, последний против меня машина, которая лучше меня. Где? Логика. Сейчас-то мы его выиграем. Есть такой вопрос. Почему так мало дали? И когда они платят много денег, а? А разрабы? Я проиграл. Сейчас мы его опять выиграем, да? Твою мать! Ой-ой, Субарик, это еще точка. Такая мощненькая. Не видите, которая за 6 самов? Нет, сейчас еду на Сюзюке. Которая в GTA 5 еще бронированная. Твою мать. И...